федерального округа, город Чебоксары. И мы опять-таки говорим про то, что спортсменки пока уступают самим себе лучшего образца. Если Ахаимова я назвал 367 тысячных число, то 0,4 у Сосницкой Федорова. Если она прибавит, то это гарантированная медаль. У нее хороший заявочный результат 14,167. Больше только у Пасеки и Елизаровой. Да, кстати, про Марию Пасеку я забыл. Она тоже, безусловно, здесь будет претендовать на награды. Ну, собственно, это уже последняя награда у девушек. Я напомню, что если у мужчин 8 медалей разыгрывается, 8 комплектов, точнее, медалей, то у девушек 6, у них 4 снаряда. Полина Федорова 96-го года рождения, но вы знаете, она уже так давно выступает, что не могу решить сейчас, назвать ее молодой спортсменкой или уже опытной. Наверное, молодая, но уже опытная, это можно все совместить. Но она небольшого росточка, и, в общем, такое у нее всегда, ну, такое впечатление, что она, в общем-то, моложе своих лет. Ну, во всяком случае, у меня возникает. Но работает стабильно, многие снаряды. Ей чуть не хватило в личном многоборье до медали. Старается все это компенсировать. Уже в отдельных видах, где каждый...